Итак, мерч-шоп. Чтобы вы понимали, здесь есть мерч-шоп. И сейчас я вам немножечко покажу, что здесь продается, какие здесь цены. Собственно, 10 евро кружечки, 25 футболочки. Вот это, конечно, вообще кайф, 89 будет. Кружечки, видите, рюкзачочек за полтинничек. Также классный. Пиксельная футболочка. Excuse me. Thank you. Брелочки, свистелочки, перделочки и прочее. Рюкзаки, смотрите, кастомные рюкзаки разные. Также по самым разным ценам. Жакет, кстати, прикольный жакет. Просто посмотрите на него. Ёптамас. Ну и, собственно, вот в этих пакетиках, находятся вот такие вот липучие, ну, типа брелочки. Брелочки вот разных видов, то есть гранаты, вот такие вот они, вот хоп-хоп-хоп-хоп. И, в общем, получаете вы их... ёпта масло, они клеятся вот куда. Они клеятся на плечико. То есть, если как раз-таки взять вот тот жакетик, то на него можно будет лепить вот эти вот и гранатки, и шприцы, и собственно, прочую мишуру. Кстати, очень прикольная вещь. Прям как армейский, короче. Прикольная вещица, гайс. Прям. Знаете, заходи как-то 80 с лишним евро отдавать нет, но вот эта штука прикольная. Ну, собственно, вот это что по мерчу. Спасибо. Так, ребят, мы в коридорчике перед входом в раздевалку, где сидят все команды. Сейчас, пока все команды играют, собственно, находятся на своих игровых местах. Здесь сидят их тренера, менеджера, менеджеры и, собственно, смотрят их игры на вот, собственно, таких мониторах. Здесь два больших монитора. Также, что у нас здесь есть? Сейчас я вам покажу. Монитор, на котором смотрит вот сидит Шейд. Сейчас идет вторая игра, второго игрового дня. Они смотрят, здесь есть холодильничек с напитками, там стоят Red Bull, Coca-Cola, Спрайт и водичка. Также есть горячие напитки, кофе, чаи, еще один холодильничек здесь. Здесь для каждой команды есть шкафчик, у каждой команды по... у некоторых 5 шкафчиков, потому что там менеджера, тренера и прочее, прочее, прочее. Ну, собственно, как вы видите, все сидят и смотрят. Смотрят игру. Ну, кто-то лежит, как вы видите. Кто-то лежит и смотрит игру. Собственно, это что касается... раздевалочки. Игры вообще здесь обычно, ну, команды все здесь находятся, чилят, и сейчас мы даже что-нибудь с вами стащим. Здесь у нас есть стендик с вкусняками. Ну и как вам сказать, я даже не знаю, что я хочу, наверное. Я хочу твикси. Что же я еще хочу? И вот такую штуку. Не будем жадничать. Думаю, этого нам хватит. А сейчас мы с вами пойдем в столовую. Так, здесь у нас находится вход в столовую. И буквально через мгновение я к ней вернусь. Здесь у нас находится водичка.
Водичка только для игроков. Только для игроков. Только для игроков. Если вдруг какой-нибудь левый черт захочет взять эту водичку, его сразу отпинают и выведут, потому что эта водичка только для игроков. Только. А, здесь дальше находится выход на сцену, где сейчас играют команды. И, собственно, я не буду туда сильно заглядывать, но да, там они играют. Там сейчас они играют. Ну и, собственно, то, ради чего мы здесь, это столовая. В столовой, кстати, также транслируется игра. В столовой также транслируется игра. И, собственно, чем у нас могут перекусить киберспортсмены и их товарищи? Ну, это если вдруг вам интересно, вдруг вы никогда не видели еду, то... То я вам ее показываю. Да? Да? Здесь также есть холодильнички, где вы можете, так сказать, попить. Короче, для команд комфорт. Для команд комфорт. Если покушать, если попить. В общем, все четко. Все четко. Так, ну святая святых мы увидели. Так что все. Все. Сейчас я немножечко перекушу. Воюем, братва, воюем. Курилка. Команда здесь. Стримишь теперь? Нет, это просто... Ребят, всем здорово. Мак охуенный. Я тигрю вас. Я считаю, что Ламыч это знак качества. Ну не бей только снова, пожалуйста. Я сделаю, что скажешь. Вот так вот. Спасибо. Аригато. Аригато. Собственно, как-то так, сейчас будет последняя игра, и ну и все. Такие дела. Братва, я вам сейчас кое-что покажу. Я вам сейчас покажу кое-что, так сказать, одну небольшую очередь. То есть, вот смотрите. Оп. Очередь начинается. Очередь идет. 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 Это все очередь, господа. Это все очередь. А, да, она все еще идет. А, смотрите, Лего Плей. Здорово, дядька. Там конце надо вставать. Да. Очередь идет дальше. Она не заканчивается, если что. Если вы думаете, что это все, нет! Ни черта подобного. Дальше, дальше эксперимент. Она еще идет! Она еще идет, господа! И еще, и еще! Ну как бы, ну вы поняли, как бы, по кайфу! По кайфу! И еще, и еще! Ну, тут люди-то, я думаю, посчастливее, чем в начале очереди, не так ли? Я думаю, вы все с этим согласны. Кстати, реквизит валяется без присмотра? Просто реквизит без присмотра, ну, ёпта масло. Разве ж так можно? Ну, разве ж так можно? А тем временем, очередь все еще, Я не знаю, мне может быть уже побежать? Может быть мне стоит уже побежать? Она, блядь, она еще идет. Не, вы не подумайте, это не просто люди стоят, это очередь.
Бля, я в ахуе. Excuse me, can I? Блять, мы еще идем по очереди. По очереди. Слушайте, мне уже... Как вы думаете, куда люди могут так стоять? Как вы думаете? А? Давайте, пока видос не закончился, в комментики лупаните. Куда вы были бы готовы так стоять? Куда? Слушайте, вообще арена круговая, может быть, они просто по фану, это такой флешмоб, они зациклились и просто стоят, нет? Нет? Я чувствую, что этот видос надо будет ускорить, потому что вы не выдержите 5 минут очереди. Ну это как бы полный пиздец. Вы сами понимаете, это полный пиздец. Это ненормально, так не должно быть. Это слишком большой очередь. Пиздец. Так вот, господа, и все это для того, чтобы пройти вот сюда и получить свои скины. Все это для того, чтобы получить скины. Вот такая огромная очередь. Огромнейшая очередь, которую надо стоять. Ну, блядь, представьте сколько. Ну, напишите, сколько стоит такая очередь. И здесь, собственно, вы по билету получаете бесплатно футболку, код на свою вещь, на сет уникальный, который раздается только при посещении. И еще два... ключа на шмотки. Да, на разные шмотки. Одна из них — это рандомная худи. Блядь, мне, типа, на голову капнул только что какой-то кондиционер, сука. Ну, короче, такие дела. Короче, такие дела, братва. Сейчас подойду, братва. Такие дела. И все. И вот здесь эта очередь заканчивается. Вот здесь эта очередь заканчивается. И вот она, finally. Выход. Все. Once again, ladies and gentlemen, welcome to South George. А, они типа интервью взяли просто у первых. Рандон! Здорово! Thank you very much, I'm gonna need to stage as well. Ну, go вторым. Thank you guys. Now, for second place, pretty much know who it is already, with a total point score of 2,635, also from the EU region, it's gonna be Team Liquid! Это он мне показал. Because
you have to make room once again for none other than the victors. First place with 3,240 points. First place of 2018 PUBG Global Invitational Third Person Perspective. One more time, Gen G Gold! Еще поедем в отель. Мне еще яблочный сок туда есть надо. У него мой яблочный сок. Да? Вам не надо яблочного сока? Давай. Давай. Вам еще как на вокзале.